Предположительно, артист прервал свои гастроли, чтобы провести время с матерью своего будущего ребенка. После официального развода Ани Лорак с мужем-изменщиком, слухи о ее романе с коллегой Сергеем Лазаревым лишь укрепились. Фанаты уверены, артисты уже давно живут под одной крышей, а их дети сроднились, будто брат и сестра. Певица, как и ее возможный избранник, в этот период колесит по стране с концертами, которые открыли публике ее тайну. Лорак подозревают в беременности. На видео и снимках с выступлений действительно заметен округлившийся живот, который подтверждает догадки общества. Кроме того, исполнительница набрала немало лишних килограммов и подсела на сладкое. Судя по всему, за долгое время разъездов Лазарев и Лорак успели соскучиться друг по друге. Ближайший концерт у Сергея намечен на 24 февраля. Каролина же отправится снова в турне лишь в марте. Вполне возможно, свой свободный день Лазарев решил посвятить Ане. Недавно артист показал в сторис шикарные десерты, которые заказал в одном из ресторанов. Не исключено, что Лазарев заказал вкусности для своей беременной невесты, которая из-за гормонов подсела на сладкие блюда. Артист, судя по всему, балует свою будущую жену. Вероятнее всего, тирамису в виде черной икры и десерт «Черная жемчужина». Самые дорогие и изысканные десерты в заведении. Сергей устроил будущей маме настоящую сладкую пятницу. О том, что Лорак сейчас может быть рядом с Лазаревым, говорит и тот факт, что певица сегодня не активна в соцсетях.